На конкурс дети читают стихи. Меня зовут Боровская Юлия. Стихотворение называется «19 моря крещения». Автор Елена Швецова. Белый снег вокруг лежит, всем на удивление. Снегом целый мир укрыт, подошло крещение. И недаром же мороз в эти дни в ударе. Задавай любой вопрос, ворожба в разгаре. Всю неделю по ночам девушки ворожат. Помогает им свеча в этом деле сложном, сыплют черные бобы, воск пчелиный топят, счастья просят у судьбы, женихов торопят. Под подушку гребешок ночь кладут украдкой, пусть приснится женишок, сердце ноет сладко, и компьютер позабыв, девочки гадают. Пусть сбываются мечты, пусть они не тают, пусть у каждого из вас в этот день в крещение самому лучшему в этот раз будет настроение.